сортовых орхидей. Этот сорт называется то ли Гана, то ли Хана, из питомника Калибри, 15 евро. Вот такая пятнистая красавица. Оригинальный сорт с названием Сант-Мартен. Одна единственная орхидейка с расцветкой птичьи яйца. Цветочки мелкие по сравнению с другими сортами. Этот сорт называется Замбия. А у этой красавицы цветы более насыщенные в реале. Короткое название Red. Цветочки мелкие. Название сорта Brown. А у этой орхидейки название Blossom Цюрих. Цветы Цюриха. Цветочки белые. 16 евро. Название Лаусанна. Очень оригинальный окрас. Видите, внизу зеленые всполохи. Немало экземплярчиков сорта Джевел Монако. Я так понимаю, украшение Монако. Название сорта Гавайи. Оригинальный окрас. А это Big Lip с названием Fall Pink. У меня такой сорт есть. Обильно цветущая красавица Мерида. Часто встречается в продаже, в коллекциях сорт под названием Гибралтар. Язычок орхидеи на самом деле, точнее горло, вишневого цвета. Камера не передает всю плотность окраса. А этот сорт называется Амабилис. Он больше кремовый в реале, чем белый. А вот еще птичьи яйца. Сорт называется Багамас. Насыщенный желто-зеленый цвет у Лапаса. Лапас. Два слова. Оригинальный в пастельных тонах окрас Угуми Тавентини. Оказывается, это разные сорта. Видите, как легко перепутать. Рядом сорт обозначен как Аргентиния. Очень жизнерадостный сорт. Такая зеброчка с названием Лима. И вот так это выглядит витринка. Ну, цены, я хочу сказать, хорошие такие. От 13 до 16 евро. Обильно цветущие растения. И вот такое огромное растение. Даже не знаю, кто его купит и куда его можно поставить. Всем хорошего настроения. С вами была Елена. Привет из Нидерландов.